Добрый день, дорогие мои вязалочки. Добрый день, все позитивные зрители, кто заходит ко мне за интересной информацией, мастер-классами, какими-то узорами, либо просто посидеть, повязать под мои видео. С вами снова я, Светлана, и привет вам от моего канала «Посидим, повяжем». Итак, сегодня, девчонки, я хочу поговорить немножко о тех планах, которые я буду строить, вернее, которые у меня уже есть, на предстоящую неделю. Прошлая неделя у меня была немножко такой занятой своими домашними делами, своими домашними проблемами, и как бы вязание вязалось на мастер-класс, но особо не показывалось вам. И сегодня я хочу поговорить о том, что мы будем делать с понедельничка. Итак, девочки, коротко, многие часто мне пишут: показывайте обзор того, что вы вяжете, показывайте, что у вас в процессе. Значит, очень интересно смотреть какие-то идеи. Еще раз говорю, девчонки, многие показывают такие обзоры, что вяжу, как продвигаются мои процессы, потому что есть, как бы сказать, девочки-вязалочки немножко другого рода. Они начинают по несколько проектов, 5, 6 и даже больше, и затем потихонечку-потихонечку их продвигают. Но я вам говорила, я совсем из другого, так сказать, сорта, может, вязалочек. Я не начинаю по 10 проектов, я вяжу один, от силы 2, и затем показываю вам, как это все движется. Я не особо для себя лично, я не говорю о других, я для себя лично не особо приветствую вот такое вязание по 10 процессов, потому что в итоге я поняла, что все равно какой-то один из этих процессов уйдет в недовязы, что я категорически, девочки, не приветствую. Так вот, давайте начнем с самого-самого такого простого и интересного. Мы с вами в марте месяце решили, что каждый месяц мы с вами вяжем носочки в нашу осеннюю коллекцию и собираем понемножку. Я уже показывала вам, что я вязала мартовские и апрельские носочки. Мартовские, кстати, уже ушли к хозяйке, она приехала, моя дочка, и забрала. Остались апрельские, и я говорила, что в мае мы снова продолжаем наше вязание. Так вот, май месяц у меня, девчонки, идет вот именно по моему вязанию, по моим носочкам. Я сделаю отдельные, девочки, плейлист, носочки в мешочек, может, назову. И готовые носочки, вы видели, я вот так вот стираю и складываю в мои мешочки для того, чтобы затем, как сказать, придет время, я все это раздарила, отдала и была свободна, спокойна, что зима у нас пройдет, скажем, в тепле и в уюте. Значит, носочки, одни из них из такой интересной пряжи я вам уже показывала. Это простые, еще раз покажу. Это простые мои носочки, ничего в них такого особо нет. Это простые носочки из вот такой секционной пряжи. Для себя я связала и упаковала. И упаковала на осеннюю погоду. Их носить по дому одно удовольствие. Дальше я вам показывала следующие мои носочки, которые мы вязали в апреле месяце. В апреле месяце тоже они уже, девочки, постираны. Они уже у меня сложены. Описание по носочкам я давала в телеграм-канале полностью с переводом на русский язык и со схемами узоров. Так что берите для себя, заходите в телеграм, подписывайтесь, берите и пользуйтесь с удовольствием. И теперь про майские носочки. Майские носочки, я их закончила. Я, значит, сняла по ним обзор, и на следующей неделе этот обзорчик выйдет, как бы сказать, в свободное пользование. Обзор и плюс все схемки, плюс все пояснения я сделаю на телеграм-канал, чтобы вы, опять же, забирали это описание и вязали себе с удовольствием. Для вас покажу, они связаны, но они еще не постираны, они связаны, готовы,
так сказать, к осеннему сезону. Из пряжи Норд я все буду рассказывать, девочки, очень интересным узором, очень интересными листочками. Я так накину просто на руку, чтобы показать вам. Вот так выглядят эти листочки по верхней части моего носочка. Вот так очень-очень интересненько и красиво выглядит узор. Это один из японских узоров, я посмотрела в книжечке, его можно использовать и в других ваших работах. Обыкновенная наша стандартная пяточка и резиночка идет дальше по всему носочку, аж до конца пятки. Элементарно тоже все вяжется. Ссылочка на все будет вам, и вяжите майские носочки тоже. Что касается июньского варианта, я еще не посмотрела, но опять же буду смотреть, но для себя я вяжу еще одни теплые, у меня остался еще один моточек пряжи, я вяжу для себя вот такие, я не знаю, может назову их зимнее утро или что-то такое, или зимний вечер, вот такие интересные жаккардовые носочки. По ним я не буду давать мастер-класс, это лично мои носочки, но если кому захочется, для спонсоров канала я оставлю в папочке для спонсоров полностью описание и полностью вот схемы этого вязания. Что касается наших носочков. Дальше, девочки, мы с вами обсуждали летний наш гардероб, что мы будем вязать, что мы будем делать, и пришли к выводу, что свяжем одну тунику красивым-красивым ажурным узором. Узор я вам показывала, я его подобрала, я его сделала. Вот такой интересный узор. Вяжу я из бобинной пряжи все это. Вот такой интересный узор, девочки. Очень красивый, очень интересный, очень простой, из очень-очень старой маминой тетради. Этим узором буду вязать боковые клинья и лицевой гладью всю мою туничку. Работа у меня, девчонки, движется. Мастер-класс снимается. И на следующей неделе уже будет первая часть нашего мастер-класса. Я... Значит, вяжу эту туничку, вяжу, снимаю для вас, все показываю и рассказываю. Сейчас буквально вот покажу один кусочек из того, что у нас будет в боковом, вот такая боковая вставочка. Она будет сужаться вверх к пройме. И вот так очень-очень красиво и миленько все это смотрится. Сделан край зубчиками с подгибом. Все это постирается, расправится. Никакой резиночки по низу не будет. Будет только вот такой зубчатый красивый край. Это что касается нашей туники. И еще один, значит, такой интересный момент, девочки. Я давно хотела показать вам мой летний гардероб, что у меня есть, какие футболочки, какие кофточки. Значит, посмотрела у себя в шкафу, все, как бы летнее я достала. Но вы знаете, что в Испании особо вот такие вязаные разные маечки, футболочки на лето, как бы сказать, они не особо подходят, потому что реально у нас очень жарко. Но, опять же, мой гардероб со ссылочками, девчонки, на мастер-классы, мастер-классы есть в плейлисте «Летние майки», «Топы», туники, посмотрите внимательно. Вы очень часто спрашиваете, где можно найти какую-то первую или вторую часть мастер-класса, где можно найти такую маечку, которая на вас и так далее. Вы смотрите по фасону изделия. Если это маечка, переходите в плейлист «Летние какие-то майки топы». Если это круглая кокетка, переходите, естественно, в плейлист «Круглая кокетка». Если что-то красивое связано ажурным узором, либо скандинавский какой-то свитер, естественно, девчонки, его можно найти в теме «Жаккард». В теме «Жаккард» либо вот скандинавские свитера. По плейлистам вы можете работать сами. Там есть и первый, второй, третий мастер-класс, либо же все собрано. Если есть какой-то обзор, значит, обзор готовых моих работ. Для вдохновения есть, девочки, плейлист «Хит, обзор, узор». Там очень красивые модели, обзор их. Там есть и схемы, и чертежи, и во многих даже есть рисунок того изделия, которое вам захочется связать. Это что касается плейлистов. И последние, девочки, чтобы не затягивать сегодняшнее видео, я хочу показать вам несколько примеров обработки края туники, либо края вот такой летней футболочки, которую можно связать, опять же, в стиле минимализма, связать лицевой гладью, вот с таким красивым оформлением проймы, и по низу пустить
очень красивую кайму. Я подобрала для вас несколько таких вариантов, девчонки. И сейчас те, кто хочет посмотреть, присмотреться, я для вас буквально на несколько минут выставлю модельку края каймы и, если есть, рисуночек, как вяжется. Ну, а вы для себя, естественно, подбирайте. Кстати, некоторым моим подписчицам я пообещала, что обязательно свяжу какую-то маечку в минимальном стиле, либо тунику с красивой каймой по низу. Что я и буду делать? Я буду смотреть, подбирать, но это уже будет моделька номер 2. Когда мы закончим вот эту нашу серую туничку с красивыми ажурными вставками. Кстати, с ажурными вставками у нас мы уже вязали в прошлом году, девочки, вот такую интересную маечку. Она у меня есть в плейлисте. Правильно, летние майки. Заходите и смотрите. Ну, а на сегодня небольшой такой обзор, то, что мы будем делать на будущей неделе, я вам сказала. Еще раз повторяю, мы будем вязать нашу тунику, мастер-класс номер 1. Я постараюсь дать вам обзор по майским носочкам и все сброшу в телеграм-канал. Подписывайтесь на него, ссылочка внизу под видео. И еще, кроме всего этого, я постараюсь подготовить для вас обзорчик моего летнего гардероба. Конечно, это не все то, что я вязала в прошлом году. Кое-что ушло, так сказать, в мою семью, моим родственникам, в подарки и так далее. Но я постараюсь где-то что-то вам показать. Ну, а на этом всем вам приятной наступающей недели, хорошего настроения, уже, так бы сказать, вдохновения на лето. И мы с вами еще очень-очень много разных вещичек посидим, повяжем вместе. Всем большое спасибо. И, как всегда, девочки, всем вам мира, добра, благополучия вашим семьям. Пусть так и будет. Всем пока. Пока.